Геннадий Вожиозерский, русский православный святой, преподобный. Биография. Геннадий родился во второй половине 15 века. По преданию, он был учеником преподобного Александра Свирского, по благословению которого удалился к озеру Вожиозеро, где прожил отшельником до самой смерти, предсказал своим ученикам, что на месте его уединения будет устроена обитель предсказания, сбылось. Преподобный Никифор Вожиозерский основал здесь Вожиозерскую пустынь. Подробное житие Геннадия исчезло во время разорения пустыни литовцами в начале 17 века, и важнейший источник для биографии преподобного представляет служба ему, сочиненная в давнее время. В ней сообщаются главным образом общие биографические черты вроде того, что Геннадий, освященный из чрева матернего, от младенчества Бога возлюбе, раздал имение нищим и оставил отечество и род. С благословения Свирского долгое время жил совершенно один в землянке на берегу Вожиозера и только под конец жизни принял к себе для безмолвной молитвы двух-трех учеников, которых он наставил пению божественного словословия, трудолюбию, посту и молитве. Пищей Геннадия было были а лужем земля он носил и вериги, сохранившиеся в пустыне еще в конце 17 века. Геннадий Вожиозерский умер 8 января 1516 года. Мощи преподобного Геннадия упокоены по утверждению печатного его жития и хранились нетленно вместе с мощами преподобного Никифора в церкви всех святых, построенной в 1854-58 годах на месте прежней надгробной часовни.